Okay, we're gonna do a couple front poses, please. Front double. Пожалуйста, двойной бицепс спереди. Lat spread, please. Широчайший. Gentlemen, side chest. Господа, грудь сбоку. Двойной бицепс сзади. Широчайшие. Рицеп сбоку, пожалуйста. Рыс и бедро. А теперь самое мускулистое, пожалуйста. А теперь расслабьте мышцы, отойдите назад, восстановите дыхание. Посмотрим, кто следующий.
Передаем микрофон нашему главному судье Джиму Макколу. Господа, повернитесь направо, пожалуйста. Еще раз направо, лицом к сцене. Еще поворот. Теперь лицом к залу. Двойной бицепс спереди. Широчайший. Грудь сбоку. Двойной бицепс сзади. Ну что, поддержите их. Широчайшее. Трицепс сбоку. Рез и бедро. А теперь за все денежки, ребята, самая мускулистая. Ну, кто мистер Олимпия? Позирование.
Ну что скажете, шесть лучших атлетов в мире. Спасибо, ребята. Итак, первые шесть мест. 42-й конкурс Джо Вейдера, мистер Олимпия. Поприветствуем всех шестерых олимпийцев. Боб, это самое долгое позирование в истории конкурса. Спасибо, господа. Пока, переведите. Брайан, ты вручишь награду с шестое место и чек на 30 тысяч долларов. Их получает Густаво Бадел. Награду за пятое место. Награду за третье место. Итак, Джей Катлер или Ронни Колман? Победитель будет только один. Шон, сегодня творится история. Приглашаю на сцену для вручения наград. Флекса Уиллера. Президента ИФББ Бена Вейдера. Президента American Media Дэвида Пекера. И восьмикратного мистера Олимпии Ли Хейни. Так, встаньте рядом. Джей и Ронни, ближе друг к другу. Фотографы просят вас стать ближе. Кто вам больше нравится? Их получит мистер Олимпия 2006. Джей Катлер.
За второе место. Чек на 90 тысяч долларов и серебряную медаль получает восьмикратный мистер Олимпия Ронни Колман. Спасибо, Ли Хейни. Джей, сцена твоя, Лас-Вегас твой и Олимпия твоя. Джей Катлер, мистер Олимпия 2006. Приглашаю на сцену Агнес Кайл и Дженни Лин. Теперь на сцене все победители конкурса Олимпия. Фотография.